Даже маленький хороший поступок всегда виден. Учащиеся образовательных учреждений округа не остались в стороне от доброго дела. Ребята принимали участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в выходные дни, а в будни подготовили для семей из Донбасса, которые сейчас проживают в Щелкове, яркие музыкальные и хореографические номера. Концерт состоялся в школе номер 17. Все, и детские сады, и школы, и учреждения дополнительного образования, они, конечно, с теплотой относятся ко всем детям, которые приехали, детям и их семьям, которые приехали на Щелковскую землю. В детские сады устроены ребята, в школы приняты ребята, они обучаются, получают образование. Всего же в школах округа на данный момент обучается около 40 детей из Донбасса, а в детские сады устроено порядка 10 ребят. Амина учится во втором классе школы номер 12 имени Чкалова. Пока осваивается, но уже успела подружиться с одноклассниками. И с младшей, старшей, и что с Полиной, и с Вероникой. Нравится, да? Да. Понравился Амине и концерт. Впрочем, лиричные и яркие, мелодичные и зажигательные номера не оставили равнодушным никого в зрительном зале. Хорошо, ребята действительно готовились. Очень теплый прием. Очень понравилось, спасибо большое. Мне вот это понравилось про вот это мечта, нарисованная мечта. Они все о чем-то мечтают. Желания детей такие разные, но одинаково искренние, заветные и светлые. Они должны исполняться. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.